Что такое Карнер Барселона? Карнер Барселона – это коллекция парфюмов, которая вдохновлена нашим прекрасным городом, его архитектурой, образом жизни, дизайном, культурой. Ароматы Карнер Барселона получились очень современными. Они передают средиземноморские и многонациональные образы и атмосферу Барселоны. Когда вы основали бренд? Мы основали Карнер в 2010-м, был всего один магазин тут, в Барселоне. С тех пор мы можем похвастаться постоянным и уверенным ростом. Сегодня наш бренд продается более чем в 30 странах и в более чем 500 магазинах. Мы всегда стараемся выбирать самые эксклюзивные точки продаж в мире. Как Карнер передает атмосферу Барселоны? У каждого парфюма есть история, связанная с городом, с нашим наследием, поэзией, памятью, какими-то местами. Например, Эльборн — это аромат, который проведет вас по мощенным улочкам одного из наших старейших районов. Кастарелла подарит чувство свободы, присущее Средиземному морю. Бесос расскажет о нашей культуре, латинской культуре, которая является ключевой, важной частью нашей жизни, отношений с друзьями и с семьей. Визуально связь с городом отражена в современном дизайне. Плавные линии, черно-белые оттенки всегда остаются верными образу Барселоны. Черная эмблема, которая запечатывает целлофановую упаковку, олицетворяет антикварные железные двери города. Это отсылка к модернизму Гауди. Где производятся продукты бренда? 100% парфюмов Карнер – местного производства. Все ингредиенты мы получаем от местных поставщиков, поскольку это единственный способ погружения в культуру, которой мы придерживаемся. Расскажите о деревянном колпачке. Древесина – это часть ДНК нашего бренда. В каждом нашем парфюме есть древесная нота, в некоторых она даже является основной, как, например, в Пало Санто. В остальных же есть легкий древесный акцент, например, в Latin Lover. Древесина для колпачков получена из европейских лесов, за которыми следят по принципам устойчивого лесопользования. Это финальный штрих к нашим фирменным ароматам. У Карнер очень много ароматов. Какие из них стали бестселлерами? В наших коллекциях есть 6 или 7 бестселлеров. Это Куирс, Кастарелла, Latin Lover, Бесос, Блэк Аламос. Они всегда в топе. Мы также гордимся большим количеством наград, полученных в области парфюмерии. Например, Рима-11 стал победителем Fragrance Foundation Awards в России. Каковы дальнейшие планы? Мы уже запланировали множество проектов в будущем в плане парфюмерии. Но более важно продолжать создавать ароматы, которые вызывают положительные эмоции и помогают покупателям почувствовать себя немного ближе к нашей культуре.